Travelers in Dubai will soon be able to enjoy scenic routes with the addition of aerial vehicles to the public transport network. Commuters in Dubai will soon be able to move around the Emirate without having to worry about traffic while enjoying panoramic views of the city aboard futuristic skypods. Здесь, под одной крышей, собрались энтузиасты, объединенные весьма необычной идеей. Проект века, так назвали ее многие ученые. Вот здесь поверх эстакады, то они делают вас. А здесь, в упрощенном масштабе один к одному, показана эта путевая структура, которая выведет миллионы тонн грузопроса. И выплавив сталь там, мы получим сталь, свойства которой будет в десятки раз лучше, чем на Земле. Данная концепция, фактически это первая концепция, она экогенна. Специалисты же называют его струнным модулем, потому что рельс, по которому он движется, напоминает по форме струны. Более 20 лет академик Анатолий Юницкий корпел над чертежами принципиально нового вида транспорта – модуля струнно-транспортной системы. На сегодняшний день в мире нет аналогов его изобретения. Поезда будущего будут не ездить, а скорее летать. Такую железную дорогу еще только предстоит построить. Представьте, вашу машину вместе с вами помещают вот в такую капсулу, и вы едете внутри нее. Впрочем, и без машины вы можете отправиться на работу или даже со всей семьей в отпуск по рельсам над землей. От Москвы до Петербурга всего 2 часа. Да, скорость нового транспортного средства может доходить до 500 км в час. Покататься на нем можно будет уже в этом году под Москвой. Колоночка в парке стоит точное воплощение того, что уже некоторые окрестили транспортом третьего тысячелетия. Струнная транспортная система. Пока можно. До севера вы сейчас развернуться, построить здесь, вот туда будет окончательно вывод сделан. А что у вас идет? На Хозерах прошли первые испытания уникальной транспортной системы. Совсем скоро в эксплуатацию там будет запущена воздушная струнная дорога. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ЗИЛ оснастили специальными шасси с двумя ребордами. Струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Фантастический. Полтора года назад проект и не называли иначе. Поднять в воздух трамваи и пустить их по струнной дороге. А 500 км в час без шума и минимальной тряски на любое расстояние. Расход топлива в 10 раз меньше автомобильного. Себестоимость поездки дешевле, чем на поезде или электричке. Покрыть весь мир дорогами, скоростными, безопасными, энергоэффективными и экологичными. Струнный транспорт Юницкого отвечает всем этим требованиям. Кем будет общественный транспорт через 20 лет? Есть ли у Красноярска шанс избавиться от пробок? Один из уникальных проектов позволяет горожанам буквально пролетать над заторами в эфире. Метрополитен может выйти из-под земли. В Красноярске предложили проект воздушного или по-другому струнного метро на высоте. Герой нашего нового фильма. Белорус, автор более 150 изобретений, доктор философии Францкого, академик Российской академии естественных наук, председатель совета директоров и генеральный конструктор открытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Юницкий. Сначала слово губернатору Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. Струнный транспорт может стать новой формой развития общественного транспорта, как внутри мегаполисов и крупных городов, так и в сообщениях между ними. Давайте включим ключ финансирования, найдете и, так сказать, тогда всем все завязан. Рухавик будучині. Будовництво екотехнопарка почалося у марні році. У Мінській області отримав прописку інноваційний проєкт сусвітно відомого винаходника так званого струнного транспорту Анатолія Юницького. An Australian first elevated rail system has been proposed for Flinders University. The driverless Skyway would travel at 100 km an hour and carry passengers or freight
And Rod Hook's criticism of the current rail network came as he unveiled plans for a sky-high rail line of the future. В Марьиной-Волжске завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. An influential group of engineers says elevated light rail should be given the green light at the expense of new trams. Tak toto tu ešte nebolo. Mestská hromadná doprava možno pôjde o pár rokov vzduchom. Dopravný unikát sa nazýva Skyway. Ide o akýsi vlak či vagón, ktorý sa pohybuje zavesený na koľajniciach vo vzduchu. South Australia's former transport department boss says we should be looking to build futuristic skyrail networks instead of extending our tram lines. На струнном рельсе из города в город. Идею, время которой пришло, остановить нельзя. В этом уверены разработчики проекта Skyway. The carriages travel in both directions, several meters above the ground and out of the way of traffic. I am confident that we can do a Skyway system significantly cheaper than a tram line. Построить наземное метро. Впервые в мире будут применены струнные технологии. Транспорт может з'явиться у Могилеве. Такую перспективу озвучили подчас посяджения Ассоциации промысловцев. В современном пассажирском и грузовом транспорте не было принципиальных технологических изменений последние 70 лет. Белорусские разработчики презентовали Юнибус и Юнибайк. Так называемый струнный транспорт движется над поверхностью Земли. We already started yesterday. We signed an MOU with. В городе Дхарамсале по инициативе духовного лидера Тибета Далай-ламы 14-го состоялась его встреча с генеральным конструктором Skyway Анатолием Юницким. Взгляды изобретателя струнного транспорта оказались созвучны мировоззрению духовного лидера Тибета. Nata Skyway, una tecnologia di trasporto innovativa, nota come il trasporto di stringa, non impattante nel paesaggio. Il progetto e la possibilità di conoscerlo. Как сократить заторы на городских дорогах и при этом создать комфортные условия для перемещения людей с точки А в точку Б? На суть зрители представили действующие модели подвижного состава Skyway. Они демонстрируют передвижение пассажиров буквально по воздуху. Мобилита sostenibile, un tema del quale si è parlato in un incontro al Museo di Trento. Emanuele Baroni di Skyway ha illustrato le potenzialità del trasporto su vagoni e linee di nuova generazione, su stringa e in sospensione. Возникла очень интересная идея, она сегодня обсуждается во всем мире. Это Skyway, это струнный транспорт. Stel je voor dat je grootvader 100 aandelen Edison had kunnen kopen voor 10 cent. Maar zo'n unieke kans kan zich in de nabije toekomst weer voordoen met het Skyway transportsysteem. Op het gebied van transport vinden steeds meer duurzame innovaties plaats. Dit niet alleen in het transport van goederen en vracht, maar ook in het passagiersvervoer. Skyway Technology maakt gebruik van hoogwaardige technologie om een nieuwe vorm van transport te ontwikkelen. Perusahaan asal Rusia memperkenalkan transportasi kereta gantung sekaligus untuk pengiriman kargo yang tahan segala medan, terutama di wilayah rawan bencana. Perusahaan bernama Skyway memperkenalkan produk baru untuk masyarakat Indonesia. Diwakili perusahaan PT Skyway Technologies Indonesia, minggu siang Skyway memaparkan keunggulan transportasi baru ini. Skyway is a new and eco-friendly train system that was introduced in a two-day conference held in Muscat. The track of this train is located above the ground. For its construction, it requires less material and it is consequently cost-effective. Ош шаарында инновациялық транспорттың долборы таныштырылды. Анын алқагында Skyway технологиясының видеоматериалдары көрсөтүлдү. Подготовили разработчики нового транспорта и предложения для Казахстана. Решения предлагают и для городов, и для республики в целом. Глядишь и понесемся мы, стань картинка явью по бескрайним просторам Сарарки в кабине струнного автобуса. Среди инновационных разработок рельсовый надземный поезд Skyway. 500 км в час, никакого шума и тряски. Стоимость поездки дешевле, чем на электричке, а расход топлива меньше, чем у автомобиля в 10 раз. Вот он, транспорт будущего. Европейский Союз может оказать финансовую поддержку трансграничным транспортным проектам, в которых участвует Беларусь. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Калинин на открытии транспортной недели. So the thing about innovation, it can make public transport more efficient.
Каким будет транспорт будущего, в эти дни обсуждают в Москве на форуме транспортной недели. По пассажирам Беларуси скоро может понадобиться электронный проездной. В стране испытывают транспорт будущего. Знаменитого конструктора Анатолия Юницкого, с которым в съемочной группе Первого Арктического удалось записать эксклюзивное интервью. Он реально обеспечит производительность, как он. And from Belarus, an elevated rail system that can also run a tram beneath it, making public transport infrastructure more efficient. И подвели итоги форума предпринимателей и промышленников. Наша страна первая в регионе предлагает так называемые струнные технологии. Новый вид транспорта сможет сократить время пути из Минска до Москвы до 1,5 часа. Второе место горячей пятерки. На бывшем танковом полигоне в часе езды от Минска начали испытывать транспорт будущего. Итак, сегодня в программе говорим о том, кто и зачем. Сложно представить, но всего 2 года назад здесь был заброшенный танковый полигон. Сегодня это испытательный комплекс струнных технологий под названием «Экотехноп». Еще одно ноу-хау от белорусов – принципиально новый тип транспорта, созданный на основе так называемых струнных технологий. Здесь мы видим историю транспорта. Булыжно-мостовая, брусчатка, асфальт, железная дорога, струнный транспорт. На нота kesepahaman antara PT Skyway Technologies Indonesia dengan PT Jorong Development menjadi langkah awal pembangunan transportasi massal baru. Berbasis туристические реалии, здесь кажется, что космос уже не предчувствие, а уникальном виде транспорта, который идет вразрез восприятием, беседуем на вокзале будущего. Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tập đoàn Skyway Cộng hòa Belarus đã tổ chức hội thảo khoa học về đội hình giao thông trên cao, hay còn gọi là Skyway. Ci sono possibilità di tecnologia come Skyway. Skyway è una tecnologia avanti rispetto. Abbiamo parlato di innovazione. Infatti il nostro è un sistema di mobilità innovativo. Abbiamo parlato prima di ferro gomma, qui invece si parla di una mobilità su binario, anzi su stringa. Tại Belarus và UAE, một phương tiện vận tải công cộng của tương lai đã được thử nghiệm. Các cabin Unaka không di chuyển trên mặt đất mà bay lượn trên không bằng những tuyến đường dây dây và tốc độ di chuyển của một và đó là lý do làm sao mà Skyway, công nghệ vận tải đường ray dây trên cao, đã ra đời. Una viabilità, una nuova tecnologia, oltretutto sostenibile a livello ambientale. What caught visitors' attention impressively was a vehicle from the next generation we have never seen before. What is it? Let's have a look closer. This is an innovative transport vehicle made in Belarus, designed to reach speeds of up to 500 km/h. We're in the Republic of Belarus, on a farm just outside the city of Minsk, where scientists are literally hurling towards the future by developing a way of flying on the ground. It's either a cable car or a light rail metro. The Skyway is a revolutionary way of transportation. Сейчас четвертое место. Инженеры из Белоруссии предложили оригинальный вариант транспорта для инвалидов. Как и положено в 21 веке, машина имеет полностью электрический привод. Юницкий-сан は3年前次世代の交通システムを開発するスカイウェイテクノロジーを設立. Experts at a seminar in Lagos said Nigeria needs about $5 billion to reinvigorate the sector with Skyway technologies that has become the toast in developed economies. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Et nous parlons de transport à présent. Le trajet Abidjan-Corogon en 1 heure est désormais possible en Côte d'Ivoire grâce au projet Unibus dénommé Skyway. अब मेट्रो ट्रेन सर्विस हुई पुरानी क्योंकि दुबई में आ रहा है नया शाहकार. मुसाफिरों की सहूलत के लिए तैयार की जा रही है स्काईपोर्ट, जिसके जरिए मुसाफिर तेज तरीन सफर कर सकेंगे. दुबई से हाफिज जाहिद अली के टू मॉडल्स ऑफ द स्काईपॉड्स, ए न्यू मोबिलिटी सिस्टम दैट्स करंटली बीइंग टेस्टेड बाय द रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी. शेख मोहम्मद इंस्पेक्टेड द स्काईपॉड्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट इन द प्रेजेंस ऑफ द दुबई क्राउन प्रिंस. Транспорт будущего испытывают в Беларуси. Пассажиры передвигаются в кабинах по натянутым канатным трассам. Вот так, по мнению разработчиков, выглядит городской транспорт ближайшего будущего. Никакого передвижения по земле, только по воздуху.
പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വിസ്മയം തീർക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായിൽ ഡ്രൈവർ രഹിത സ്കൈപോഡ്സുകൾ എത്തുന്നു. യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്സൂമും ദുബായി. The string transport was presented at the World Government Summit in Dubai. And the summit will represent the new type of transport that is called Skyway. إذن دبي على موعد مع نظام مستقبلي للنقل وحدات دبي المعلقة نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي يمتاز عن وسائل النقل الأخرى ذات الساعة نفسها باستخدام una oportunidad para que cambie su vida económicamente y la de muchos peruanos. Yo creo que se van a sumar a este gran proyecto. During his visit, the Dubai ruler was briefed on the SkyPods transit system project as well. Being developed by RTA and Skyway Green Tech Company, Dubai SkyPods transit system will feature tracks spanning 15 kilometers. Под Минском в Экотехнопарке круглый год здесь проводят испытания новых транспортных технологий. Здесь же прошел 4-й Экофест. Ежегодно его проводит компания «Струнные технологии». Она занимается развитием технологии Skyway, транспорта, который движется над землей по высокоточным струнным рейсам. Подросли хайата турок и муассалат в Дубае в таауне с шерикет Skyway Green Tech, Green Tech, وتعد إحدى مبادرات الهيئة لمستقبل التنقل في الإمارة. Sharjah Research Technology and Innovation Park, which is SRTI Park, is working on the hanging track transport system called the Skyway Project, which is being developed by Skyway Technologies. പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റവുമായി ഷാർജയിൽ സ്കൈവേ പദ്ധതി. യു എ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷാർജ റിസർച്ച് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പാർക്കിലായിരുന്നു സ്കൈവേയുടെ പരീക്ഷണയോട്ടം. Working in partnership with creators Skywatch Green Tech, the new cable car style suspended transit system will include 21 stations across the city. أتذكر أول لقاء مع صاحب السمو حينها تلقينا دعما كبيرا يحتضن واحدا من أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية والتطبيقية كما تابع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته جانبا من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات حيث استمع سموه إلى شرح وات من مشرفي ومسؤولين. The SRTI Park's hanging track transport system, the Skyway project, has completed 80% of phase 1 and has begun phase 2 of development. أنشأت مجموعة Skyway أولى مشاريعها على أرضنا العربية